Наступило лето. Для того, чтобы ваш отдых был комфортным и безопасным, отправляясь к местам отдыха и купания, нужно обязательно помнить. Купаемся только под присмотром взрослых или там, где они есть. Купаемся только в разрешенных местах. Ныряем там, где ровное и известное чистое дно. Купаемся в светлое время суток. Если увидел тонущего, позови громко на помощь, позвони 112 и брось плавающий предмет утопающему. Плаваем ближе к берегу, держимся подальше от водного транспорта. Не умеешь плавать? Надень жилет и не заходи выше пояса. Купаемся только трезвые. Попал в течение? Не пугайся, плыви наискосок. Уважаемые родители, вся ответственность за здоровье и безопасность ваших детей лежит только на вас. Будьте внимательны, берегите своих детей.